Богатыри Васнецова. Интересные факты. Автор писал картину более 20 лет, но все равно считал, что многое не закончено. Все три героя жили в разное время и никак исторически не могли собраться вместе. Натурщики, которые позировали мастеру, были в костюмах, взятых на прокат. Картина имеет внушительные размеры, примерно 3 на 4,5 метра. Единственным реальным прообразом был Илья Муромец. Остальные герои взяты из былин о богатырях. Понравилось? Подписывайся на наш телеграм, ссылка в описании канала.